В лицее номер 39 имени Астемирова прошла торжественная линейка, посвященная последнему звонку. С напутственными словами к выпускникам обратились учителя, родители и почетные гости, в числе которых заместитель главы города Махачкалы Хаким Машиков. Он пожелал школьникам быть смелыми и решительными и твердо верить в свою мечту. Директор лицея Гульбарият Абдулжалилова поблагодарила педагогов за самоотверженный труд, пожелала здоровья и неиссякаемой энергии. Она также поблагодарила родителей выпускников, которые за годы учебы стали как одна семья и были рядом в самые важные для лицея времена. Ученики младших классов прочитали стихотворения, спели песни, а свои пожелания выпускникам они написали на бумажных самолетиках. Завершилось мероприятие зажигательной лезгинкой.